Не было дома 2 недели. И смотрите, вот этот цветок у меня погибал. Какая-то разновидность алоэ, я не знаю. И я его, в общем, удобрила компостом, который у меня есть на другом балконе. И вот почему 2 недели? 3 недели меня не было, и вот выстрелила вот такая вот штука из этого умирающего цветка растения. И выросли и помидоры. 3-недельные помидоры. Но мне, конечно, их сразу нужно пересадить куда-то, если они выживут. Ну, такой сюрприз. Компост работает. Видишь, у нашей пальмы сюрпризики. Такие. Ну, вот такие. Но я не вижу. Нельзя бить. Покрутись, как балеринка. Мы ищем Sanctuary of Dionysus. И набрели вот на такое вот поле, где, по идее, оно должно быть. И вход такой тоже полулегальный. Такое впечатление, что кто-то неправильно поставил метку в Google Maps. И мы просто теряем время. Странное место. А вот там вот современная каменоломня. Там добывают мрамор. Пенделейский знаменитый. Оказывается, он все еще немножко тут его осталось. Хотя, вообще говоря, что все, он закончился. Ну и где? Ну и где? Мы нашли. Но, блин, это целый квест, как тут, как сюда попасть. Пожалуй, выпущу кота размять лапки. Ну, пойдем? Пойдем. Пошли пройдемся. Нет, только я. Нет, солнышко. Нет. Можешь просто держать внизу, как будто бы это ты ведешь.
показываешь? Я смотрю. Мы находимся в Кавуре. И как видите, недавно море отступило, и можно теперь пройти на остров прямо по суше. Вот такая аномалия.